губернатор Хабаровского края Дегтярев уже в открытую выстраивает отношения с Китаем. Для Хабаровского края Китай добрый сосед, который лучше дальней родни, как говорят у нас. Нам эта дальняя Москва уже не родня. Нам, Дальнему Востоку, нам уже выгоднее поближе держаться к Китаю. Ваше предложение Юрия Петровича в этом плане очень интересное, мы думаем, что соответствует, то есть, потребности, да, вот для продвижения нашего сотрудничества. Предложение интересное, интересное предложение. Так и быть, заберем вас как сырьевой придаток.